Знаете, у меня еще какая появилась идея. Так. Дело в том, что есть дайвер слепой, и он погрузился уже на 25 метров. Абсолютно слепой. А я вот подумала о том, чтобы погрузиться, я тоже имею пади, и покомментировать ему под водой. Когда у нас был батискаф, у нас была целая программа, посвященная дайверам с дефектами, инвалидам. Ого. И, да, и мы этим занимались. И нам даже какие-то убогие, но все-таки деньги выделяли. Но все это, к сожалению, в прошлом. А опыт есть у кого-то? Потому что есть люди, которые самоотверженно сами это все делают. Могли бы опыт хотя бы какой-то... Ну, вот насчет слепых не скажу, не припомню. Но вот с проблемами с конечностями, да, это было... Ну, это же классно. Да, это было там, очень здорово. Там же невесомости, там... Конечно. Да. Хватит сметанки, я думаю.